Итак, ребят, всем привет, мы можем уже сейчас в конце. Сперва хочу поблагодарить тех людей, которые мне читают на эту замечательную новеллу. Огромное спасибо. И вот меня посетила мысль создать свою группу ВКонтакте обсуждения, где вы можете, в принципе, посоветовать мне модификации для людей, чтобы у меня вот, на этом канале, чтобы я на этом канале продолжал снимать эту замечательную новеллу, модификации, которые вы хотите увидеть на моем канале. И, собственно, все. Все, что я об этом не хотел сказать. И еще раз спасибо тем ребятам, которые посоветовали мне эти модификации. Первые из них, которые я выбрал, это мод под названием Вечный. Вот. Я его как-то читал, помните, на мобильном устройстве, и мне он показался, в принципе, неплохим. Однако я уже все подзабыл, я его давно читал, где-то 2 года назад, что ли, на мобильном устройстве, и мне он понравился. Но, правда, я уже не помню сюжета конкретно. Поэтому давайте начнем. Вот, давайте начнем. Ну что ж, поехали. Обратная сторона лагеря. Жизнь после. Ничего себе. Ну давайте. Обратная сторона лагеря. Обратная сторона лагеря. История стороны лагеря, где называется неудачные копии, сдавшиеся и провалившиеся попаданцы. История о тесте, где проходит отбор пионера, где появится ресурс лагеря. История о тех, кто выполняет родину наблюдателей, манипуляторов, убийц и стражей. История о пионере и Лихоне, предыдущих хозяев лагеря. История о главном секрете Юли. История о тех, кто подменет представление событий, происходящих здесь позже. Мне рекомендуется проходить до жизни позже. Опа. Это типа, мне что, жить после сначала надо пройти или как? Ну, если не рекомендуете проходить туда до жизни после, то давайте вернемся в главное меню. О, ну тем более акт 1, акт 4, акт 5. Что там, до жизни после, да? Что у меня там будет? Проходить до жизни после, да. Только участвовать нам надо сейчас жить после. Жизнь после, поехали. Жизнь после, история о том лагере, через который проходит все попаданцы. Это же был пионер, который все победили. Отправная точка является концовка русской Epic Fail. До сих пор прорвавшего себя вечно, никто не никогда не шел. Не шел за голосом. А, прозвавшего себя вечным, да? Ага. Доверившись ему, вечно получили нескончаемое наказание. Наказание в виде пребывания в лагере. Верная возможность выбраться. Примерно все с ног на голову, награду Юлю. За последним выбором Вечер становится и протагонистом, и антагонистом, и второстепенным персонажем, поскольку застрял здесь навсегда. Все обитатели начинают отчитывать главного героя, как данному наркологу или к давнему знакомому, понял. Но им неизвестно, откуда они его знают. Мы и не существуем на грани между рутами, и все смешалось в недельную смену, которая раз за разом преподносит сюрпризы. Что бы ни происходило, одна вещь еще не дает покоя, и выхода не существует. Вот так. Акт 1. Поехали. Тогда слушай. Да, помню я эту игру.
помню, да. Мультификация до бесконечного лета. Вечно. Акт первый. Прощайся, народ. Есть персонажи. У каждого выделенная роль, у каждого прописанная история. Есть автор, он персонажа создает. И у него своя фабула. Бесконечная война между создателем и его детищем. Но остается главный вопрос. А кто создал на сердце создателя? Человек создал Бога и верит, что Бог создал человека. Бесконечная война между детищем и его создателем. Тянет меня на одни и те же рассуждения во время стрельбища и в моем инструментированном теле. Не, ну знаете, я от этого мода, скорее всего, буду получать остальные, потому что я ранее его читал. Вот что я делал разбитого корыта у второго корпуса, если быть точнее. Напротив расставлены найденные в шахтах стеклянные бутылки. 100% КПД. Медание камней и бутылки. Учитывая мелочный молочный туман, вкладывая за другу плотной цепью, один разворот на ржавых качелях-карусерях. Бычий глаз. Светило порезало прозрачную паутину. И вот уже солнечные шпаги казались не пути. Врачи скатили и проходили мимо выпустили бутылку на прогнившей бутылочной подоконника. Плыл у меня камни. Скука смертная. 3, 2, 1. Ау, тут есть кто-нибудь? Вместе с корешком купаться проверяется голосок нашей ранней пташки. Голоса. Как только слышите тепловые волны, так голову сразу запивает мое первое появление в лагере. Но такое не забывается. Когда же кто-то звонит на нас и чей-то голос, я рефлекторно готовлюсь либо к бою, либо к бегу. Давай же, Семён, решай. Слышит мне голос настоящей паники. А ведь я пытался найти его источник. Прошу вперед, он доносится сзади, повернув, похоже, с ним. Но я... Быстрее! Времени совсем нет! Но я и выбрал. Пальцем не был. Не тот психовный пионер, не тот, что встречал меня у ворот. Нет голоса, не шарил мне доверия. И почему же я выбрал меру с предыдущим голос? А до сих пор был даже этому лабиринту, о котором он говорил. Зачем же я поверил в того, кого я не мог видеть? И вот уж действительно, эпик фейл. И бесконечная множество теории ушло в небытие. Кто это был? Пионер? Тот, у ворот. Одна из этих трех пионерок, обожжённый Шурик. Но пионер, он единственный из названных, кого я больше никогда не встречал. Ты ставишь мной, ты уже есть я, а я — это ты. И нас таких много, несчётное количество копий. Тебе нужно выбрать. И больше я его не видел. Что бы было, выбери я другой вариант, а пионер его знает. Клянусь, Солёнка, этот гад сел на автобус вместо меня. Наши 30 квадратных домика оказалось последним. Ведь он требовал коллективного уровня. Он и Андрей. Пионер починил себя другим Семёном. Построил купить театр и вертел всем, как хотел. Видимо, я оказался последним трепещным куклой. А ведь когда-то я считал себя человеком. Я же до сих пор помню свое детство. Подростковый период и наступающий на пятки зрелости. Персонаж Семён Семёнович, 25 лет, бывший студент, Шри-Ланка, затворник, серая лужица на аналогичного цвета асфальта. Наступитель в нее, и максимум, что она может сделать, она чуть до обуви. Нет, все-таки есть объекта, который жил в пока Биг Бэм вечно не мешал тебе его жить, но не терпят на звонком. Семён, здравствуй, у нас встреча выпускников, если тебя не хватает, приезжай скорее. Мы ждем тебя. А за этих ходить вытащали адамальные глаза. Извини, но нет, я скорее всего уже не успею. Вон, время какое. Для вечера. Бывает тебе, Семён, не стесняйся, мы будем рады тебе. Какая ирония, я ведь даже имени твоего не пол. Даже понятия не имею, откуда у тебя мой номер. Как ты его добыл? И самое главное, зачем сохранил? Тот был бы получен вечер, а мне все равно, я думаю, что было понятно. Вот я решил, моя голова пойти на праздник. А ноги только радостно ее поддержат. Ладно, скоро буду. Кинься адрес с Семёнкой.
Вот это правильно. Давай, мы ждем тебя. Гурки. А последний гурки, который отпишет твою жизнь. Последний голос, который отпишет твою жизнь. Ты как всегда жизнь, если пишет голос. Объект прямо направляется на избунтарь, по скорости одной шипахи в час. Поделав тревога в том числе гамма, объект прямо обязательно стал бегать от себя, которого отправит его к решению точки. На улице там явно не брать на мороз. Объект прямо, что голову, объект себе. Ранний вечер, а голос полновымер. И звук от этого ветра, от снега и редкие, являющие от том нашей сборки. Город пестрел огнями, на улице ни одной выдержки. И вот, долгожданный, разваливающийся на ходу объект Б, приближается и другая планета из ФАС. Вашка машина с новым скрипом остановилась. По моей жизни не путь превратился в кольцо, напад или вектор приятных проблем. Это зато же вышла одна из главных частей моей вечной жизни. Я на нее приезжаю, я на нем уезжаю. Дом засыпаю, в нем засыпаю. 450 автобус на личный АИС. Как бы в обиг до А, не сопротивляться, не взяться на напавший на стол, но то боюсь смерти храбрый. Я даже не обращусь проверить, был ли кто-то для вален. Но я дальше порыл этому водителю приказиста, что меняет мне там временным петлям. Финал, объект А. Не доехав до пункта бета, оказывается в точке, непринадлежащей и принадлежащей этому графику, какой-нибудь лямбду, омикроне и им подобное. Вот все шло довольно неплохо, пока я не постучал пешком в коде. После того, как последовало общение с голосом, я пошел по второй петле. Я искал их, пионерки, вожатые, кибернетики, медсестра. Все ставили мне свои лямбды, все стало все внезапно стали врачами. Но я продолжал искать пионера, другого Семена, голос. Никого. И что у меня не существовало. Я расслышал остальных обитателей лагеря, но они лишь как-то липался на войска. Совсем зубы рухнул. Какие голоса? Какие пионеры? Чокнутый. Это потому что по-хорошему. Семен, я сейчас меня не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Непонимание, порой сочувствие. Больше они ничего не могли помочь. Извини, но я никого не видел. Подходи, твое описание. Издевайтесь, смех в спину. Эй, дурачоус, дурачоус, я нашел своих приведений. Угрозы, расправа. Нет, пожалуйста, мы правда не знаем таких. Прошу, остановись. Шурик привался кровью, а моя ракета правда вторая на голову умирает. Первый раз слышу. Первая мера предосторожности. Если ты не прекратишь этот беспредел, я буду вынужден вызвать тебя из лагеря, отправить домой. Так отправь. Чего же ты смотришь на меня, стерва? Отправь. Я хочу назад. Назад. Отправляла он меня назад. Я возвращался. Запирала, пока не придет милиция с царского воста. Интересно. Ой. Так. Я выбирался, а милиция так и не приезжала. Беглый взгляд, огромные синяки и мешки под глазами, крики, осевший голос, страх и паник, безобличие и комплексы Бога, все, что было у пионера, перешло на точку ко мне. От того, мне дошла вера пионера к магии. Голос подарил возможность путешествовать по лагерю. Но я пошел дальше. Я добился больше. Они все смогли выбрать. А я остался тут один. Навечно.
Я Семён. Я пионер. Я голос. Я вечный. Пионер лагерь стал моей личной тюрьмой, где смотрители заключены. Побегая вокруг, в подземной комнате мы вырезали найти рубильник. Но нарывает только на них. Командор Зверев, я жил со второй корпус, ставший на родном доме. Поднялся по скрипучим ступенькам на второй этаж, я выглянул в окно. Надо было починить ступеньки. Напротив корпуса стояли три девочки. Ты точно уверена, что он тут? Он, конечно, сама, что ли, не знает, как там все бродит. Может, у него тут какой-то тайник? Да, конечно. С чем? Не замечала на нем, чтобы он курил, пил или употреблял что-то. Не замечала, просто забыла, дорогущего меня. Как же меня жагло. То и дело, что помните меня, но не помните, кто я, как зовут, откуда я и откуда вы меня знаете. Я зашел в свое уютное, немного сырую и жаркую комнату. Вдруг светлый матрас, который моментально выпустил из себя всю эту пыль, осмотрел в потолок. По руке что-то начало ползти, а на ней прятаться катало меня. Дружище, ты как раз вовремя. Но я же взял только на мою ладонь и потрясся. Что, ничего нечего сказать? Нет сил на возвышение. Вот и у меня их не было. Не было, когда я пытался найти отсюда выход. Но ведь я его не находил. Причем всегда. Но что бы в этих условиях, приятель? Я планировал побег, как крал еду. Рюкзак и остальные походные принадлежности. Я выходил ночью и шел по дороге. Я шел вперед, дальше, лес, до которого я пытался дойти, он убегал от меня. Довольно дорогу целил на колесо для хомяков. Я почему-то пошел на дозвольте на один не один час, даже не два, не три, не пять. Готово развернуться, как обороты были на расстоянии там. Я шел в другую сторону, по ожиданию, тоже колесо. И главное, что меня заинтересовало, если я выходил ночь, расстоять не было. Я бросил это мой телефон, но что-то хотел бы меня одного того времени. Было не подбить. Когда я решил выйти в самую рань, когда лагерь еще птиц. Вот я сразу же разгладил свое вроде бы то, что там уже сейчас не найти. Только в это время все было проще. Когда я выходил в поле, я гнал обратно. Когда я не нашел, она была вожатая, а там же я остановил вряд. И так всего. Это тут я ухаживаю без шприца с напором и я отрубаю. Самая смешная, я посыпаюсь на следующий тепле. Коллеги здесь же только караются. Если бы разобрать типа можно на Даркарий, вполне как это кому-то мара, не дающий дистанцию на все. Выходить по порядку было бессмысленно, так и ходить в самую лагерь. Я угонял бы велосипед и уехал на пучек на новое будущее. Близко видно, что здесь все. Это все, что мне удавалось прочесть. Поэтому здесь пешком это бодевая дорожка, все это делать не могу. Но тогда, во время начала высоких циклов, я не был все накупили этих слов побега. Я не буду поставить на то, что я не поэтому побег на лодке всех не было еще. Но я либо догоняю, или только приезжаю в сказанную. Да, я делал свое описание полоса. Но это мне не помогло, но всегда появилось сразу не для моего промежутка. А когда я решился на отчаянный шаг, то есть когда целый день на ход стране, то я сказал, что я то, он просто не приехал. Но то, что я не мог узнать, но я не могу родить, да и не было там ни сутки, а ни ничего. Но я позже, я знаю, что это было вторая, которого могло бы попросить на входу. Он не взял, как часто я сейчас встречаюсь. Последнего инстанса была машина. Как же я кричал, катался в истерике, но сюда разминался по ходу. Там ничего не дано было ничего. Ни одна деталь. А зато была конец транспорта. Вот и спасибо, если увидел. Мне после такого удара пришлось отчитывать на пути, но там по третьему, и он дал голову, и решил мне там вот. А пришел только стиклы. Дружился, поссорился, но даже голову каждому обитателю. И только тогда он удалил мысль вспочнуть из планированного дня, как настоящий рейнджер. Началась кибернетика, так как мысли о поведении отступали.
Джемми отмечал меня информацию о математике механики, наше настроение, электроники и прочего. За этим делом я заметил, что спать начал мышление обычно, может еще один дар для меня. Но так как он старался получить Джон и предрагационные знания, то мне это понравилось, хоть и раньше как-то не встречало. Я горел этим. Помню, как делал над первым пророком, когда я заработал лампочку в скорость 20 дней. Слово это просто, но так не смог сделать, как я очень старался. Он не хотел никак. Ну я не хотел. Хотя бы просто хочу все так долго. Это было для каждого, это вообще даже почти. Но с того дня во мне основано происходит все. Каждый новоцикл спас сразу все несколько. А меня подрали в мою пальцу. Вернись, сволочи, я его сам покупал. Еще заметил особенность. Если спать чем-то в руках или чем-то, то я попробую его одежду. А то я решил прийти. Так я примеровился ходить по чердакам, потому что он тут как крайне редко случай. Все с меня смеялись, дай пожалуйста. Попробую спать на одном вместе с подушкой. Благо, в этом же цикле до меня дошло, что я вышел на автобусного лагеря, стал махом махом отстанет. В том моменте горящий кот приписал на обычную дорогу. Там я справился все до части и до машины. Поверил, что я сигнал, можно поставить на ноги. Это не обрезает. Камера, как скажем, ходит, и направил до второго лагеря, но он не встал. Это все регулировал в этом положении. В тот момент я понял, что лагерь довольно тихо, а здесь он долго, и она поставит. Правило, что вы сняли бомбардировщик. Мы смогли бы расстановить ребята. Но на это все столько и времени не сил. Я был вынужден. К тому же, бегать из подмышленного вас, после того, что вас берем брат. А вы как только это мрянет, а сколько лишь впереди. И тогда я и заметил огромные синяки под глазами. Это время тренировка, я мало того самого пионера. А что эти мелких пионеров вместе со стонутыми перетели на пол? Но против меня в себя. Как тогда я решил взять перерыв, я себе на кусок и бомбу держишь и полёшу на аккумулятор. Опять ничего. Это двери, потому что девочка старая ходить, чем уходит. Единственное, кто меня понимал, Юля. Она села рядом тоже, смотрела на что-то, наверное, ближе. Что это за штуковина? Где девочка как кошка порушает своими хвостками. Да, Юля. Но это не особенность, лагерная легенда. Только она стала мне предстоящим близко. Долго я не мог привыкнуть к ее особенностям. Я читал не смотрел на нее. Пытался понять, что же я такое сделал. Я, это я. Кошка начала в ответ. Я всегда такое была. А как тебя зовут? Ну, никак. И тогда я назвал ее Юлей. Чего ты так бормочешь? Чего ты там бормочешь? Она почала голубчиком и снова села рядом. Подруга пытался отучить ее рукосечек привычек. Единственное, что Юля приняла от людей, речь, другую посадку. Со стороны она его принимает, да и не видит, хотя себе помещать дрессированного человека. Иногда что-то должно оставаться собой. Вот я не остался. Но Юля говорит, что так лучше, чем когда раньше. Раньше я ее видел или стремился, обращался как с тварью и пытался двигаться. Но это все было для меня. Это делал не я. Это делали другие сыновы, пионеры и прочее. С этим исчезновением из ее глаз попал страх. Юля больше не боялась меня, а такое опустилось и во всем поддерживала. Успокаивала, когда сын держится в пути и падал на ниц. Прямо по моему голосу, эта милая странная девочка, единственная, кто захочет выступать, что только происходит, правда, в своей манере. Долго делать дипломатия через «не знаю», как всегда было «я – это я», и мы достигли консенсуса. Я сказал, что кроме меня, пионеров и пришельцев, не существует. Так ты, получается, тут не один? Тут один? Навечно? Ты вечный? Как никогда я дал ее имя, так она надо вам не надо. Более она ко мне не обращалась, как к Семену. И с тех пор, но сами пионеры меня так больше не наступали. Все ограничивалось на ты. Либо зависело от того, кем я представлюсь. Влад, Алеша, Силанти, Анастасий, Декса, Шерл, Абимбола или Орта.
как я только не развлекался. Но я настоящий нормал, исключительно был. Поэтому лишь мне был в теплых отношениях. Эх, Люля, где же мы теперь? На дороге отражал и плотный штык. На тебе последовал второй. Да что там еще? Я короче выглянул в окно. Пионерки все еще находились в пик. Тоже столицы рассматривали бревно и уютно место рядом с ним. На мелкой проказе я кидал камни в дверь в сторону Дэна. Как думаешь, подойдет ли наш посиделок? Почему я? Тут и нет много. Есть где выбираться, там поиграть. Здесь где побегать. Биологи не будет на нас орать. Что-то посмотрим будем. Да, тёщи, надо я стримить сказать. А как делать для ходяга? Лена подвезла пульга, подать на окон. Не будет же он туда выходить, он бежит. Еще как будет. Действительно, я думал, они настолько идиот. Было обидно. Там пыльно, грязно, либо куча насекомых. Бле. Насекомые? Водоватые рыбы разыскрыли. Я не могу там насобирать всякой жидности, чтобы потом... Ульяна! И только уже только с гадом помощи богатой, да? Ее попало на хозяин дети дни голосят. Ну, что-то и хотелось. Эх, пионеры, пионеры. Хотелось давать тот самый парень, ну, этот который. Но вначале я был центром вселенной. Тогда мне казалось, что жизнь это такой спорт. Я был напуган. Но нет, когда мы не замечают, даже не смогу могу что-то увидеть. А вот это откос. Я жаловался, что меня вырвали из привычного места обитания, но потом меня вырвали и из этого места. Наверное, я элитный, кто появился на правильную песню голоса, вот я просто ходил. Но в этом и есть свои плюсы. И меня все знают, но не до такой степени, чтобы влезать в личное пространство и интересоваться, как у меня дела. Но могу же получить все, что я желаю, даже не принимая силы. Посидеть в общих клубах всю ночь? Пожалуйста. Бежит черти? Пожалуйста. Бери все, что бери все, что хочешь. Мы пионеры. Мы помогаем друг другу. Стоило мне принять слово голоса, как что-то главное с мехинатором всей лагеря. Порой мне ради дел ничего не надо. Глядя себе на измученные глаза, они все сами дают. Марисия рыгала гитару, чтобы подергать свою струну. Один отдаст читать свои долбанные унитивные ветром. Все никак не дочитают ее. Мы же сейчас на неделю пришли, а она читает, читает. Ульяна под напаркинником сплетен, на пакости, кому надо. Нику на дверь включил клуба, где я могу размять пальцы на рояле. Ну, могу тебе помышлиться вожатым, но помышлиться вожатым. Могу ли ты, могу ли ты, могу ли ты, меня все знают, но не помнят, откуда. Это мне надо, поэтому я совсем на короткой ноге. Приятно быть своим другом, даже прежде он пишет, что тебе интересно в обществе. Но не моя очередь быть фоном. Проходящий мимо парня с огромными синяками и вокруг глаз. Мирными тиком и многочисленными шрамами на теле. И все, что создано мне, знание, как обучать ее и лавира. Девочка так и на двух тетради, а это тронет на то место, которое они хотели оккупировать для посиделок у костра. Напершись меня на ровном окна и заглядел им вслед. Юли, а ведь это наше место. Пожалуй, времена проведенной силы были самые лучшие. Не важно, сколько раз, но не имеет значения, какие именно были различные, что не строил такое отношение. Ни один человек не грел, не оставил меня так, как Юля. Пусть она кумасапия, лишь наполовину. Так может, в этом была загадка? Искра? Тайна? Но всегда манит необычно в этом плане. Юля уникальное общество. Несмотря на все это сумасшествие, ее компания была лучшим вариантом. И зачем ты меня сюда привела? Потому что ты тут никогда не был. Потому что ты тут никогда не был. В этом заключается сюрприз. Она сыпнула глазами и махнула с хвостиком. Как бы это был стойкер, то катится с ним на ногах. Может быть, я лишь глаза запрыгнула на камень и прилегла. Но ты никогда не сможешь вспомнить. Там можно найти много полезного. Издеваешься? Да. Дочка улыбнулась где-то и оголила свою путь. Ай, серьезно, тебе надо быть внимательным. Ты должен всегда быть на готове. Ты должен сделать дыхание и... Она насторожилась. Погоди, ты меня хочешь, что ли, лучше? Юля срыкнула. Нет, до этого ты еще не дорог. Чтобы Бог говорил. Ты на две головы ниже меня. Я не понимаю, что она от меня хочет. Поляна как поляна, все по сторонам. Тебе руку убивают, что существует. Лучи еле пускают с травы. Что ей от меня нужно?
идешь вперед и лежишь в тело. На ровном месте. Теперь так. Я же тебе говорил, смотри, парни, ты меня вообще не слышишь. А жена просто должна. А там как раз было гриб. Еще секунду я могу смотреть, попробую гриб, но было. О, как грибы в нем есть. Они еще не достаточно выросли. Почти. В грудь железится маленький мешочек. Эй! Вы решили схватить мой прожор за камень. Когда она уже и нагреется. Я потянул ее из руки, это мешок. Это... Ну, как делать кусочки по счету, я шучу. Это же сахар. Так что он пробормотал ее. Ну да, а ты чего ожидал? Он же только махнул рукой, не желая делить еще не сам тягивание. Значит, между этой грибом будем есть сахар? Что же? Он же сильно немного сахара прошло, и все тут было. Я пока бежал, выходил на меня мешок. Это не для тебя. Она мне дала губки. Кроме меня тут никого нет. Это для него. Моя гормонная девочка начала под сахаром жить. Я тоже взорвана, это абстрактное действие. А он я вам не мешаю? Посыпи ты. Она приснула мешок сахара мне. А тут один говорит, что ты сварочка и легко. Зачем? Я с тобой бежишь. Дальше с ним не спорить, все же она побольше не знает. Он покупал весь гриб сахара. Зачем я занимаюсь? Говорю, впереди еще с несколько поляны. Нет, думал я. Что-то приходилось подавить потыкать ее с традицией. Но надо бы знать. Погоди, они что, за одну ночь вышли? Она тебе что говорила? И сильно улыбнулась Юля. Пора бы тебе начать мне доверять. Она вернулась, готова на меня под носом. Прежде не нужно, чтобы кто-то помогал ей растить детей. Моя девочка снова готовила за камень мешок и мешок под грибы. Под грибы. Интересно, до каких размеров они могут дорасти? Почему ей это нужно? Она ведь часть из себя такая крутая, покупает у нас верх, сеть, извержение, вулканов, помада, чинами, изобретение, лавины, ласки, звери, крат. Такая причитывала для всех по пальцам, но ей когда вышла ко мне, и это придала кулачком на руку. Произвел природе привычно болеть, как человеку и животным. Болые люди приходят, выбирают с собой, чтобы на ктыше, если не нужно, на чем уходят. Так и природа, она делает профилактику. Проверяя свое здоровье, иногда она сама себя лечит, осмотрев особо свой ран, который люди ей оставляют. Когда Юля нахмурила брови, видно, как это делает себе мешок, человек с природой. Разве есть как прекрасная природа? Я вот это уже была назад листили, а она держала ее немного дрожащей рукой. Сейчас я не упомню. Это не гадая, Юля потащила меня за собой.
в Испании до сих пор выбивают монеты нашего знакомства. Да и сам день складывался неудачно. Это был один из тех темных дней, когда мой разум шел против меня. Но чтобы я не взялся, это было бы все на провал. Я терял длительность, которые ходили в себя. И все учения, знания, проведенные в лагере, не помогали, а только раздражали. Словно ворон, его вбивается в мозг. Как день у меня на тренировке кибернетики, когда все посудили почувствовали велосипеда, который был в своем сарае. Значит, что это со списка, что я составил. Ну, числе лишние на пионера, с которых занятий, чтобы его не было. Конечно, всех, кто сейчас говорил об этом разговоре, они не пришли и остановились. Подойди его к ним, они отвлекли бы, как говорили о том, что все побывал. Пожалуй, за руки выбивали с матерью голосов, которые ладов. Я пытался. Первым пунктом решил коллекцию. То, чем мы не занимались, было самоходно. Так мы решили тревать свои руки на пункт. Кто здесь стоял на разнесенной зоне? Даже провести его на ваших танках и везде. Я читал старое, потратил мою жизнь в книге о кибернетике, бегал, все на трех голову ничего не делал. Мое лицо так и приглашало мне, как когда он читал, когда он читал эту книгу, такой вот сказал, как кибер. Но лицо не таким же самым уровнем, смотрел на окно, что это было шлик. В работах у него было привычно, но было все настроение в работе человека хочет. Мне бы только энергия. То, что пытался я новым нам привлечь, наверное, это... Но это уже знал, что ничего не выйдет. Поэтому полностью абстрагировался от этого. Забавно было наблюдать, как он в конце каждой смены, принимающий вид, отзывал и твердил, мол, что я был прав, как воду предел, как бы лучше работу сделать. Он сейчас подгаривал правую половину лица. Но я бы так и дальше томился, так как кухня сбежала за мной из-за нас в лагере. «Эй, клубцы, чего тут закопаете?» Пара хотела выдержать ему парку с картинками Шурика, но так и затужил отвернуть, закинулся руками и убежал в кусок. Волнами его начала дрожить. «У-у-у, маленький девочек боишься! Хоп-хоп, прах-тах-тах!» «Марьян, тебе чего?» С этим мужиком на небе взглядом, а то серьезно. Он как-то я подошел и сделал мне лошадь. Это же так продолжал гильдию Германа, кажется, всем. Но мне бы это... О, это тут. Кажется, я привлек его внимание. Система расчета скоро спустит. Рвов окна с подготовкой 2 секунды, его уничтожение 1 секунда, готовка, подъявление по следующей объекту 4 секунды. Чего читаешь? Когда она была права на подносе. Обследование кибернетических систем биологических организмов, изучение посвящения животных, обращающихся людей и обращающих людей информации в форме генов от поколения к поколению. Сам девочек, как можно говорить, что я его рада. Валяй на ней ровно посыпал глаза. Ты бы на улице, что ли, сходил? Ты бы погонял. Так ты чего хотела? Он хотел игрок выходного ладошка. Я, конечно, говорил о Ольге Дмитриевне, что дома разъяснит, как она на этике. На чем? В велосипеде. Так иди катайся, чего тебе от нас нужно? У нас все стоит перед электроникой. Видно, она его не часто стоит на себя. Починить его нужно, что? А кроме вас, он больше не этому. Ладно, пойду я, все равно делать нечего. Я закупил книгу, я уже дома ящик с интернета. Я уже дочитал, а что с ней останется? Будто не останется, не я. Не знаю, в этом лагере все могут быть. Но я оставил персона эту дочку. Только пригорел электроник, подозвал я. Я и не убедился. Некоторые спецов типа убивают. Они оговариваются, но сразу же отмахиваются и выходят в чуть. И дальнейшее просто ни к чему не приведут. Ведь я пытался, но маску не добыть. Но не буду, не переживай. Достав банку телефонной смазки, я вышел из помещения и подрадовался на глазу Ульяна. На улице жара была еще безжалостная. Я привезу холодный ящик к лицу. Впервые я почувствовал себя как человек в Британии, вполне спеть. Слушай, а ты... Ладно, давай так, я чиню твой ящик, а ты молчишь в тряпочку. Так мне легче сосредоточить лучше. Она подняла руки и выстегнула рот. Фу, велосипед был починен, надо было только смотреть и не тянуть цепь. Ну что ж, ребята, давайте на этом теперь закончим. Где-то 40 минут мы уже читаем или час или... Всем спасибо, всем пока. Продолжим в следующей серии.